Поздравляю также вас с наступающим праздником 23 февраля, а также 73-й годовщиной освобождения Новочеркасской и Ростовской области в основном и грядущими 70-летием победы нашей доблестной Красной Армии над фашистской Германией. Надеюсь, что вы будете достойными патриотами наших героев, разгромивших нацизм, немецкий, фашистский и теперь современный нацизм, бьющий там в районе Дебальцево, наших братьев-казаков. Удачи вам, смелости и спокойствия в выполнении ваших упражнений сегодняшней строевой подготовки. Еще раз удачи!